Если все профессии на свете вдруг сложить горою на планете, то, наверное, у ее вершины вспыхнуло бы слово «медицина». Ибо чуть не с каменного века нет почетнее судьбы, чем сражаться в пламени борьбы за спасенье жизни человека. Все отдать, чтоб побороть недуг. Цель свята, но святость этой мысли требует предельно чистых рук, как в прямом, так и в переносном смысле, потому что много лет назад в святости, призванию и чести, в светлый час с учениками вместе клятву дал великий Гиппократ. Стучится в дом беда, и сразу на помощь к нам спешат они. Не подвели еще ни разу наши добрые врачи. Зимой мороз и злую стужу, и летом знойный жаркий день, и в до отказа день загружен, нам слышен только гул сирен. Ангелы в белых халатах службе своей вы верны, в светлых больничных палатах жизнь нам спасает. Третье воскресенье июня является такой датой, о которой помнят, если не все, то очень многие. В этот день страна отмечает День медицинского работника. Нет такого человека, который не сталкивался бы в своей жизни с медициной. Ведь каждый хочет прожить долгую активную жизнь. Фельдшеры, медсестры, врачи скорой помощи и все-все медицинские работники, которые сейчас на передовой, мы с вами. Мы как можем хотим вас поддержать и поздравить с профессиональным праздником. Мы хотим, чтобы ваши смены по 12 часов проходили легко, чтобы вы подвергались минимальной опасности, чтобы вы сами не заражались коронавирусом. Это время пройдет, а ваш подвиг останется. День медика – самый важный день для любого человека, ведь благодаря вашей работе сохраняются миллионы жизней. Поздравляю всех, кто медицине отдал силы и старания свои, кто болезни паутины убирает с тела и души. Я желаю вам здоровья, радости, удачи, силы и желания помогать. Пусть успешно все решаются задачи, пусть всегда вам удается исцелять. Сумасшедшая жизнь все быстрее летит, и порой там, где круг поворот, беспокойное сердце врача вас хранит от болезней любых и невзгод. Если чье-то здоровье тебе суждено охранять и не спать по ночам, это значит, судьбу человеку дано беспокойное сердце врача. Согреваемый теплым дыханием огонек над свечою дрожит. Это лучшее в мире призвание охранять нашу хрупкую жизнь. Будет утро добрым, станет день светлее. Не болейте, доктор, мы за вас болеем. Будет утро добрым, станет день светлее. Не болейте, доктор, мы за вас болеем.